Всем добрый вечер. Мы едем из Сочи. Вот сейчас вот пробочка у нас перед горным воздухом. А я вам маленький закатик сниму. Пускай он будет такой вот далекий-далекий. Но все-таки закатик. Солнышко как раз сейчас садится прямо на горизонте. Половинка его уже ушла за горизонт. А может быть за облака. Отсюда непонятно. Вот такая вот красота. А то думал, вас оставлю завтра без заката. Обидитесь еще. Езжаем в Лаву. В горном воздухе ведется тут ремонт мостика, про который я вам рассказывал. Как бы вот так. Вот. Такой вот у нас закатик. Ну, вообще было очень красиво и интересно, но за рулем снимать тяжело. Хотел полетать в Сочи, но что-то какие-то неполадки, я не пойму. То ли там глушилки стоят какие-то, сигнал теряется постоянно. Нет сигнала, так еще. Не судьба полетать. Ну, я думаю, у нас еще получится как-нибудь в другой раз. Так, народ попер на встречке, значит, скоро поедем и мы. Знаю, что у нас есть тут товарищи. Из горного воздуха, из Лао. Поэтому проедем тут немножечко, не будем выключать камеру. По этому достаточно оживленному поселку. Сейчас вот строятся вот дороги, надземные переходы. Больше, чем в Лазаревске. Раньше в Лао была очень... И сейчас, наверное, тоже самая, наверное, большая пробка была. Ты из Сочи выезжаешь, и все. Потом, если встреваешь в Лао, то пробка порой из самого Сочи-то и начиналась. Доводилось постоять. Так, что-то тыкает телефон. Надеюсь, ничего важного нет. Ждем. Ждем зеленого цвета. А может, там какой-нибудь толковый дядька стоит с полосатой палочкой и руководит движением. Я сейчас сам уже усну. Ладно, Коль уже сказал, что покажу ловой горный воздух. Выключаться не будем. Солнце уже зашло за горизонт, уже его не видно. Зато после заката так ничего. Через кусты вот всякие деревья видно. Красивое небо. Ну что ж так долго-то? Люди домой спешат. Ну, в принципе, мы преодолели. Вот только здесь нас встретила пробка. До этого момента, вот уже, в принципе, мы в Лаву находимся. Пробки не было. Пролетели все быстро и удачно. Время 17 часов, но вот сейчас как раз с этого времени все только начинается. Я имею в виду пробки. Они только сейчас и поедут. Народ поедет с работы. Как бы вот так. Так, походу начинается наше движение. А нет, мы не были еще в Лаву. Вот он только указатель в Лаву. Красивых домиков. Зелень, обратите внимание, какая красная, бордовая, заморская, баклажанная. Ну вот это вот место, где встречаются пробки. Надеюсь, что в ближайшем будущем все тут достроят и все будет хорошо. Пешеходы как-то должны умудриться, и автолюбители. У нас вообще горит зеленый, так что как бы мы можем ехать. Сейчас вы пропустили женщину и поехали. Там буквально через 50 метров еще один светофор.
принципе, я так думаю, до Лазаревска уже пробок не будет. Во всяком случае, в нашем направлении. Да, возможно, будут какие-нибудь там фуры или какие-то прочие медленные автомобили, но уже это не будет пробкой. Сегодня ехали, вот ругались. Я ругался. Нецензурно. Дядька ехал на газели, болтает, собрал пробку, а сам едет и болтает. И ни хорошеньки не пропускает. Ну, наверное, ему потом заикалось, я, конечно. Так. Магадан. Нас приглашали в Магадан. Вот он, как раз мы его проезжаем. Я еще сказал, уже лучше вы к нам. ДПР. Полицейская мигалка. Газпром нефть. Раньше здесь была частная заправка. Знаем. Хозяев знаком был. Давно не видел уже. А вот здесь вот немножечко видно даже море. Куда накаркало, будет все-таки там небольшая пробочка. Ну такая незначительная, там светофорчики, видимо, работают. Ну и закатик зато посмотрите. Вот смотрите сами. Сами смотрите, я не буду туда смотреть никогда. Но боюсь, что электричка или поезд электричка помешает вам посмотреть закат. Поэтому продолжим прогулки по Лао. Но про пляж вы уже знаете, да, я показывал сейчас вот в районе этих эллингов пляж более-менее нормальный. А вот как раз в районе горного воздуха там хороший пляж вроде как. А центральный пляж Лао почему-то вот так вот, что-то с ним не так. Заболел, короче. Вот видите, тоже делают в районе улицы. Это наверное, не Таллинская или Таллинская, я не помню. Переход надземный. Нет, все-таки это, наверное, не Таллинская. Таллинская вот это вот, наверное. Точно, да, вот это Таллинская была. Как правило, после Лао все машины куда-то пропадают. Видимо, кто-то уезжает в горное Лао. Ну или народ с Лао ездит на работу в Сочи. Поближе будет малость, чем из Лазаревской. Хотя многие знают, что из Лазаревской тоже ездят. Так, похоже, мы попали под красный спецсветофор, но это не проблема. Магнит. Магнит тут везде, на всем протяжении, даже для такого поселка, как Лао. Ну, не скажу, что это большой поселок. Сейчас я попытаюсь вспомнить, сколько же я тут на моей памяти. Как минимум три магнита. Вот этот магнит, сейчас там дальше будет слева. Потом будет магнит в сторону горного Лао еще один. А может быть уже и дальше. Да нет, я уже подключать не буду. Сейчас проедем Лао, я уже выключаюсь. Вот, вот этот именитый светофор, который, наверное, многие пешеходы матерят, потому что здесь он как бы для пешеходов горит крайне мало, а для автолюбителей крайне много. Ну, сделано это для того, чтобы не было пробок, а пробки здесь были всегда. Вот вы именно в этом месте. После этого места, как правило, уже пробок не было, но так как сейчас проводятся ремонтные работы. Ну что такое, что мы остановились? Вон. Народ не терпит уже, все, ломись. Один пошел, за ним другие. Понеслась. Че сигналим-то? Че ты думаешь, если ты сзади там посигналишь, я быстрее поеду? В новую Ладу это маловероятно. Вот еще один надземный переходик.
строится. В общем, такая у нас маленькая автопрогулка по Лао. Развязалась острая конкурентная борьба. Расстояние между пятерочкой и магнитом буквально метров 150 максимум. Делят выручку. Тут тоже был светофор, вероятнее всего, поэтому мы встали. Думаю, что сейчас на повороте на Горное Лао большая часть народа пропадет. В смысле, не пропадет, свернет направо и уедет туда. Обычно так бывает. Или мне так кажется. А дальше там уже все. Конец Лао. Где мы закончили?